И всем привет, ребята, меня зовут Максим, вы на канале Макс Про. И, короче, сегодня мы будем играть в Massing Monsters. Что мы делать будем, я не знаю. Короче, усаживайтесь поудобнее. С вас лайкос и подписка. Ну и приятного просмотра. Так, давайте начнем. Здесь у меня монеток очень много. Вот он, редкий карабас. 138 монет. Кстати, редкий карабас дает больше монет, чем обычный. Это прикольно. Но монет у меня и так много. Так, с ужаса я собрал монетки. Давайте мы зайдем на остров холода. Ой-ой-ой, здесь у нас для цветока. Здесь тоже губки есть. Здесь 4 губки. Офигеть. Там примерно за 20 дней я успею активировать цветока. Ну, инкубировать вообще пофиг. Так. Где монетки собрали? А, здесь тоже. Здесь тоже. Гипстеры тоже много дают. Давайте стромбонина обратно перенесем. Вот так вот. Теперь мы на остров холода передвигаемся. Кстати, я вывел редкую конгушку. У меня даже вышел шортс, и теперь у меня есть больше шансов вывести церебро. Сколько здесь дипстеров не хватает? Здесь одного дипстера, ребят, не хватает. И еще один ключик. Ребят, пожалуйста, пришлите мне ключик, чтобы мы дополнили до конца дипстеров. Вы прикалываетесь? Ребята, я сейчас вывел редкого тирокса. А нет, я не могу вывести тирокса редкого. Я вторую редкую конкушку вывел. Зачем мне она? Зачем? Пипец. Блин. Будет еще одна конгушка. О, кстати, давайте я закупим факела желаний. Ребята, зажигайте мне побольше факелов желаний для новых монстров, пожалуйста. А то вы не зажигаете мне факелочки. И церебры я так никогда уже не куплю. То есть не выведу. Никогда так. Такими темпами. Давайте быстренько закупим факелочки. Красивенько их вот так вот расставим. Вот так. Все, ребята, я поставил факела желаний. Обязательно зажигайте мне.
Редкая калгушка вторая мне выпала, ребят. Просто что? Зачем мне она? Вопрос. Еще зачем? Почему так много шансов на эту редкую калгушку, что ли? Реально, как-то странно. Вы на экране видите, кто мне выпал? Кстати, ребята, да, заходите, выводите всяких редких монстров. На них очень много шансов. Ну, блин, ребята! Вы это в другом месте, что ли, зелунку дают? Ну, ребят, ну, мне зелунка вообще-то нужна. Ну, еще много, очень много плюсов. То, что у меня есть рекотак, потому что когда мне нужен будет четырехэлементный, или я, наверное, когда-нибудь потом буду делать ферму рокотактов. Да. Ну, хотя бы три там рокотакта. Ну, то... Ну, мне понадобится редкий рокотакт. Это плюс, но нужно поискать место, ну, остров, где можно вывести зелунку. Блин. Так, а здесь я... Нет, здесь я не прокачивал дворец, потому что место у меня еще есть. Ой, здесь редкие тумбы, ребят. Мы как раз здесь нету очень-очень многих монстров. Даже кусти его чисто нету. Раковица. А, ну раз такое дело, то я сейчас буду... Подождите, всех можно скупить? А вдруг редкого рокотакта тоже можно скупить? Так, ну... О, у меня как раз есть... Ну, это много, конечно, но куда мне еще звездную силу тратить? Давайте пройдемся по островам и посмотрим. Куда мне, да, тогда из-за звездную силу тратить? Не копить же. Выводим колючку. Не. Здесь тоже нету. У корнедуга и у цветака похожий инвентарь. Ну, инвентарь похожий. Еще, пожалуйста, еще одного, пожалуйста. Короче, ребят, сейчас будет пылизатор, миллионы пылизаторов и одна лавотека. Реклама. Реклама, блин. Так, ребят, уже большой ролик получается, то что нужно как-нибудь побыстрее. Ясно. Цветка я инкубирую, и отдельный ролик про цветка будет. Я просто молчу. А здесь зря зашел, здесь ничего.
Интересненького. Это редкие монстры. Редкие причуды. А чего себе обычные причуды? Редких. Нифига себе. Здесь редких монстров добавили. Или они были? Они, наверное, были. Прикол. Прикольно. Стоп, здесь. Да. А, черт. Я здесь дворец прокачиваю. Ребята, кстати, давайте добавьтесь, пожалуйста, ко мне в племя. Пожалуйста. Я даже могу показать свой код друга. Вы по нему ко мне в друзья добавляетесь. Потом в племя. Давайте обязательно добавляйтесь, ребята. Мои подписчики, зрители. Остров Вублинов. Кто здесь-то? Сейчас столько, наверное, еды будет. У меня ровно 7,5. 7 миллионов. 7,5 миллиона. Еды. Давайте зайдем в племя и прокачаемся. Так, у нас нету ловотек еще. У меня уже 30 уровень. Ребята, осталось чуть-чуть, и у нас будет ловотека. Так что давайте быстренько добавляйтесь ко мне в племя. И помогите доделать ловотеку. Смотрите, мой код друга 10 33 260 628 ми. Ми нужно писать большими буквами. Что у нас здесь в Колизее? Здесь, наверное, против обновилось. Я хочу дойти до первого яруса и знаете, что сделать? Я хочу дойти до первого яруса, и, короче, мне за это дадут 2 гема. И, наверное, за это дают реликвии еще. Так что, ребят, обязательно играйте в против матч. И зарабатывайте кристаллики. Здесь много ресурсов, даже звездная сила есть. Па-бам! Так, а редких монстров нужно купить. Эй, чё вы меня так рубите? Вы чё? Чё за атака? Эй, полегче. Вот так. Вот, у меня уже второй ярус. А здесь 5 звезд. Чего? Я столько не наберу. Блин. Так, что ты у меня не прокачиваешься? Столько, блин, ребят. Офигеть. Давайте быстренько закупим редких монстров. Не, Марка, сказала покупать. Кстати, что здесь за акция еще? Только редкая олигашка, ясно. Кстати, у меня очень большая коллекция уже. 2 карабасика.
Сколько у меня здесь лайков? 122 лайк. Нифига себе. Так, кто здесь у нас? Кто у нас здесь? Вообще, сколько здесь нежданчиков? Редкая кангушка. Редкий рахахтахт. Редкий рахатакт. Да ну нафиг. А у меня хватит, да? У меня хватит. Здесь 500. Ну, если либо на двухэлементного, или на трехэлементного, то у нас... Блин. А нет, бегашка дорого стоит. Вроде бы редкий барабанин есть. Вроде бы есть редкий барабанин. Нет. Одна лягушка только. Блин. Блин, где моя звездная сила? Где ее взять? Я, конечно, знаю, где. Мне в племени и впротив. Чтоб я уже купил. Я уже купил. Отлично. Вот, ребят, такой прикольный ролик получился. Кому понравился ролик, ставьте лайк. Ну, с вами был Максим, вы на канале Макс Про. Всем пока!